Нервная система малыша в 3 месяца продолжает активно развиваться, поэтому является довольно неустойчивой. Кроха достаточно быстро утомляется и начинает капризничать. Если не соблюдать режим дня и регулярно подвигать малютку эмоциональным нагрузкам, нарушится дневной и ночной сон ребенка, ухудшится аппетит, замедляется рост и развитие. Крайне важно, чтобы днем трехмесячный малыш бодрствовал не дольше 1,5-2 часов, после чего имел возможность поспать. В этом возрасте ребенок спит 4-5 раз в день. Дневной сон имеет продолжительность от 1 до 2 часов. На ночной сон малыша следует укладывать в 8-9 часов вечера. Также следует помнить, что вечером, укладывая малыша спать, необходимо выключить все компьютеры и телевизоры в комнате и оставить лишь мягкий свет от лампы. Только в таком случае качество сна будет хорошим, и малыш на следующий день пробудится в отличном настроении.